can see it, Sam. Я это вижу, Сэм. Can you see it? Ты тоже видишь? It's... Я не знаю, как объяснить. I can't explain it. Я это чувствую. I can feel it. Это типа нужно было запомнить. Ну-ка, повтор. Круг. Есть. Так, это... 4. Не, вот это. Угу. Ну-ка, давайте еще раз попробуем, блин. Круг. Квадрат. Улыбка. И это. С ромбом. Понял. Где меня, как бы... Заблуждение вело. Вот это и квадрат, да. Нам нужно уходить. Сэм, станция движется. Куда мы движемся? Сэм, отвечай. Сэм. Я не знаю, как и зачем ты это делаешь, если, конечно, ты это делаешь. Но мне нужна твоя помощь. Мне нужно знать. Что-то творится, мне нужен экипаж. Питание активно. Перезапуск. Питание установлено, но люк в универсале все еще не активен. Мне нужно, чтобы ты разобрался, в чем дело. Сэм, запусти диагностику системы. Так, а как мне прошивку обновить?
3ВБ об обновлении сферы. Код высокой реактивности, который дает сам доступ к программе shufflecomplete.ba, должен быть соединен с подходящей скриптной компиляцией. Угу. ББ для высокой вариативности, которая дает доступ к скрипту. А где комбинировать? Ядро. Данные повреждены. Комбинированные данные. Оставшиеся фрагменты. Надо искать фрагменты. Флэш пламя. Отлично, теперь все готово. Окей, а теперь почините скобы. Отлично, все вроде получилось. Так, что?
А какой именно, куда? Этот. Давление. Пусть не задраен. Так, за открытие здесь есть. Закрыли. Вот герметизация. Внешний люк надо открыть. Контрольный панель, через который ты можешь перенастроить коды, находится на внешней обшивке E3. Можно заодно проверить состояние E12. А сейчас точно вниз. Сам контрольный панель находится в самом низу. Уже близко. Ищи контрольную панель. Look for the controls on EAS-3. Не вижу ее. Защитное стекло. РЦСА. Вот где ты можешь, гад, быть? Вот она. Кобалёк и кит 01.
Все плохо, смотрите как. Метеорит. Что-то холодное. Промерзло. Вон отцепленные части. Вон разрушенные тоже. Где здесь скобы? Вот она. Нет, это 0.1. Троечка где? Китай. Это все сделано Китаем? Thank you.
Ошибка точек. Инициализация процедуры. Предназначение скоб. Открыть скобу. Ошибка. Что пропущено? А, удерживать. Сервопривод. Как все, да? Угу. Остановить. Сейчас сделаем. Так. СК. На бою. Отпустить. Закрыть скобу. Отлично. Так, следующая ошибка, четвертая. Перенастройку скоб. Угу. Все получается, все отлично. Получилось, только контакты корпуса в порядке. Да, сам, кажется, сработало. Сработало! Соединение модуля понадобится пару минут, чтобы проверить состояние герметизации. Сэм, пока ты все еще там, взгляни поближе на повреждение корпуса, о которых ты говорил раньше. Что видишь? А что здесь такое? Почему? А, ну это мы выше же. Так, это мы 12-й отсоединили. Здесь никого не было. Держ, это уже в костюме. Эмма, я в костюме. Я не понимаю, что происходит. Я пытался снять блокировку двери. Но модуль начал жутко трястись. И сам спросил, сбросил модуль. Каким, вашу мать, образом, Эм? Как у него получилось? Я попробую обойти станцию с внешней стороны. Твою. А? Твою мать. Угу. Сообщение.
my suit. I don't know what is happening. I was trying to unlock the door after the lockdown and the module started shaking, and then Sam jettisoned the module. How did Sam jettison the fucking module, Em? He shouldn't be able to do that. I'm going to try and work my way around the station exterior. Shit. Интересно, конечно. Но куда он пропал? Тело-то где? Подрежено корпус, обнаружен неизвестный материал. Выглядит похоже на то, что я нашла в Е04. Что за дрянь? Нескорое питание. Возвращайся в сферу, я жду тебя в Е3. Давай откроем этот лоб. Надеюсь, остальные в порядке. Да, так. Вернуться к Эмми. Нескорый уровень питания. Закрываем. Загерметизирую. Открыть. Сфера неактивная. Релокация. Подходит подключение узла камеры. Неактивно. Индикатор люка загорелись. Похоже, соединения с универсалом стабилизировались. Отличная работа, Сэм. А теперь отопри люк, пожалуйста. Типа открытие, вот эта вот картинка, такая, которая была, соединение. Окей, открыто. Пойдем. Давай я. Hello? Эй. Elsa. Эй, Мэй. Мэй. Стас? Стас? Иди все, черт возьми. Джим. Джим.
Причем дверь закрыта. Джош, слышишь меня? Боже мой, нет, 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 кто это? Бог мой. Это ужасно. Мне так жаль, Стас. Похоже, нехватка кислорода. Наверное, произошла разгерметизация. Прости, дружище. Черт, мне так жаль. Камера универсала снова в сети, поэтому приглядывай за обстановкой, пока работаешь. Эй, здесь кто-нибудь есть еще? Эй, Эмма, ты не представляешь, как я рада тебя слышать. Эмма, о боже, Эмма, я застряла в Шэньчжоу. Где ты? Мы только что добрались до центра. Мы кто это? Я и Сэм. Я не знаю, где остальные, кроме Стаса, он мертв, Мэй. Боже мой, как? Похоже, центр был разгерметизирован. Сейчас все в порядке. На нем был костюм, но кислород закончился. Что насчет Джима? Джош? Эйлса? Пока ничего не известно. Сэм разбирается в оповещении станции. Пока я пытаюсь перезапустить систему датчиков. Питание полностью вырубило. Сэм утратил большую часть своей памяти. Окей, я хочу помочь, но я в китайском крыле. И не могу выбраться из Union 3. Что-то не так. Все наглухо заперто. Сейчас я попрошу Сэма это заняться, Сэм. Проверь оповещение станции в первую очередь, если получится. Оповещение станции. Активны. Сейчас недоступно. Система соединения. Доступ отказан. Биометрические данные не обнаружены. Ноутбук. Схема люка Юнити. Сообщение для экипажа. Сэм, привет, ребята. Я знаю, что из некоторых из вас завалили вас запросами от Хьюстона. Да, и я тоже хорош. Чего уж, и всю прошлую неделю мы мешались у вас под ногами. Я хотел сказать, что ваши просьбы были услышаны, особенно Джоша. Его сложно было не услышать. Понимаю, ситуация вас раздражает, но это скоро закончится. Скорее всего, наладится. Будем идти по плану. Очень скоро, серьезно. Просто доверьтесь мне. Когда мы доберемся до другой стороны, я вам обо всем расскажу. Может быть. Что это такое? Протокол дешифровки. Официальный протокол дешифрования. Все переговоры между наблюдателем и центром управления полетами записываются, шифруются и копируются. В случае поломки или невозможности установить связь с объектом, например, шаттлом, чье оборудование неисправно, исследуется данный код для
реконфигурации, на котором объекте находится точно такой же ключ. Таким образом, коммуникация между станцией и ЦУП будет возможна даже с неисправным оборудованием. Отлично. Так, касса. Что за глюки?